Ребятки, добрый день всем. Бонжур. Всем хорошего дня. Сегодня отдых и спорт. Кстати, я хочу вам показать. Я пью вот эту воду постоянно. Розана. В ней очень большой процентаж магнезиума. После 50 для нас, девочек, это хорошо. Всем хорошего дня. Здесь мы спускаемся в сауну и на гидромассаже. Есть три сауны. Обычная финская сауна. Три разные сауны. Можно заходить только по два человека. Вот. И здесь еще более-менее пар. Здесь можно высидеть 25 минут спокойно. Здесь сауна турецкая или марокканская. Я люблю здесь сидеть достаточно долго. Здесь все шлаки, все токсины выходят за 40 минут. 40 не выдержите, но 25 можно. В джакузи можно входить только по одному человеку, максимум два. Они постоянно проверяют воду. И вот так. Хорошо. 30 минут. Thank you.